Дружочек мой любимый, ты знаешь, что я тебя очень сильно люблю. Мы знакомы уже 10 лет. Мы знакомы уже 10 лет. Я очень за тебя рада, что ты встретила Сашу, что ты встретила своего человека, потому что я действительно считаю, что тебе повезло. Саша – это твой человек. Я считаю, что ты выбрала шикарного мужчину, ты сделала все правильно. Саша. Теперь пару слов тебе. Ты знаешь, что я Вареньку очень люблю, поэтому я тебя очень прошу, береги ее, люби ее, заботься о ней. Ты знаешь, что она очень нежная девочка, что очень в какой-то смысле эмоциональная, так что не трепи ей нервы. Тебе хочу пожелать, Саша, мужества, терпения, а Варе хочу пожелать, чтобы ты, Варя, была по-женски мудрая. Тогда все у вас будет хорошо. Конечно, любви, конечно, светлых чувств, конечно, улыбок, много детей, большую семью, огромный дом, кучу друзей, чтобы вы были счастливы по-своему. Я вас очень люблю. На земле все озарено любовью. Только любовь, освещая все вокруг, делает мир ярким, переполняет сердца нежностью и добротой. Она дает нам возможность среди будничной суеты разглядеть того единственного, с кем каждый прожитый день, каждый час, проведенный вместе, будет счастливым. Перед государственной регистрацией брака прошу ответить, является ли ваше решение стать супругами взаимным и искренним. Первым прошу ответить жениха. Является. Ваш ответ, невеста. Мы команда «Ну». Хотим пожелать вам, молодоженам, с вас, Андрей Егорович, всего самого хорошего, счастья, долгих лет совместной жизни, достичь таких же высот, как вот это здание, в своих отношениях. И чтобы у вас все было так, как вы, наверное, еще и не мечтаете даже. Дмитрий Юрьевич. Вам долгих лет жизни, счастья, здоровых детей. Так, чтобы они были похожи на вас и были такие же целеустремленные, как вы. Можно даже подкорректировать. Такие же умные, как Александр, и такие же красивые, как Варя. Или наоборот. А как пойдет. Ну ладно. Всего самого хорошего вам. Привет от команды «Ну». До новых встреч в эфире.
Просто очень неожиданно все получилось. Очень быстро. И на самом деле очень классно. Наверное, так и надо. Наверное, это правильно. Ребята счастливы. На самом деле видно, что по ним, что они счастливы. Хочется верить, что они это все сохранят и принесут через всю жизнь. Будут маленькие детишки у них бегать, потом они станут взрослыми. И они будут эти времена вспоминать с радостью. Я вас поздравляю с вашим самым прекрасным днем. Вы теперь семья, вы одно целое. Любите друг друга, дружите, поддерживайте, веселитесь, отдыхайте, рожайте детей. Вы теперь одно целое. Счастья вам, мы с вами. Вальку люблю очень давно, тебя полюбил недавно, соответственно, с момента появления в нашей семейной, скажем так, жизни компанейской. Что могу сказать? Сегодня родилась ячейка общества новая, да, которой хочется пожелать процветания, любви, понимания, чтобы с вами по жизни шла улыбка, чувство юмора и хорошее настроение. Семья Тищенко. Поздравляем вас с вашим замечательным событием, на которое вы нас сегодня пригласили. Спасибо вам большое. Мы стали свидетелями прекраснейшей свадьбы. Очень, кстати, неординарной. И вот надо пожелать, чтобы у вас, ребята, все складывалось в дальнейшем так же удачно, красиво. Хочу, конечно же, пожелать, чтобы каждый день у обоих начинался с улыбки. Каждый день вы видели лица друг друга и... Эта улыбка преследовала вас ежедневно, ежесекундно. Чтобы эта улыбка преследовала вас всю жизнь.